Парк культуры и отдыха объявил конкурс прикладного творчества «Я люблю свою лошадку». Горожанам предлагают смастерить символ года из любого материала. Индивидуальные и коллективные работы ждут в клубе «Спутник» с 1 апреля по 20 мая. После чего все работы будут представлены на выставке в зоосаду, и уже народное голосование определит победителей.